томат – любимый праздник. Детерминантный среднерослый сорт высотой до 120 см. Требуется посынкование и подвязывание. На кусте образуется 6-8 плодоносных кистей с 3-4 плодами. Сроки созревания средние, через 112-125 дней от всходов. Плодоношение продолжается весь летний сезон и начальные дни осени. Среди основных преимуществ сорта – крупные плоды с отличными вкусовыми качествами, высокая урожайность, холодоустойчивость, высокая сопротивляемость заболеваниям, плоды округлые сердцевидные розового цвета. Прочная кожица не растрескивается. Вкус гармонично комбинирует приятные нотки сладости с помидорной кислинкой. Применение салатное. С одного куста собирают 5 килограммов томатов.